Прикоснуться к святыне, ковчег с мощами Марии Магдалины прибыл сегодня в Свято Духов Кафедральный собор. Возле храма собрались сотни верующих, каждый в ожидании своего чуда. До Минска частица мощей хранилась в Одесском монастыре. К нам ковчег прибыл на постоянное хранение. После крестовых походов мощи святой были разделены. Большая часть сейчас находится в Западной Европе. По преданию, именно Мария Магдалина следовала за Христом, когда он с апостолами проповедовал в городах и селениях, а после первая увидела его воскресение.